центральном парке округа также прошли массовые гуляния, мастер-классы по танцам, солдатская каша, любимые песни. Это и многое другое ожидало гостей праздника в парке. У входа в центральный парк сегодня танцы. Особое праздничное настроение зрителям подарили духовой оркестр и танцевальные коллективы. Под заводные ритмы в пляс пошли все, от мала до велика. Отличное настроение. Спасибо администрации, что они устроили такой грандиозный праздник. Все организовано. И каша, и чай. Нам очень нравится выступление детской хореографической школы. У нас там старшие дети занимаются. Мы на всех праздниках всегда. И маленькая тоже нас очень любит. Станцуете с дочкой со своей? Да. Давайте, покажите нам. Очень вкусно. Вот видите, какая вкусная. Как в армии? Да, да. Вкусно, Тём? Да. Понравилось? А что ж ты не все съел? А он сейчас доест, да? Да. Вот, ну-ка, как ты покажи. Во, вот так. День Победы – это, я считаю, память о наших близких, о тех, кто не вернулся, о тех, кто прошли эти тяжелые годы. И я считаю, что этот праздник, который сплочает всю страну. Во время войны, наверное, о такой каше только мечтали. Да и никогда не ели ее. И после войны не ели. Один щавель, да и траву, лебеду, все. После войны ничего не ели. Как война кончилась, дом сожгли. Корову угнали, овец порезали, это немцы. Все поели, кур побили, ничего не осталось. Мы в подвале ночевали, холодно.